Вот я хочу показать, как выставляются мебель или вообще какие-то ненужные вещи. Ай. Как выставляется все возле дома вот таким вот образом. Вот в частности 8 хороших стульев в хорошем качестве. Ну, может быть, не самые новые, но тем не менее. Кому-то, может быть, нужны во дворе там или как. Вот так вот просто все это выставляется на вот эту вот часть. Не на проезжую, но рядом с проезжей частью. И, пожалуйста, любой может подъезжать и забирать. Вообще без проблем. Это говорит о том, что это мебель для того, чтобы ее кто-то забрал. Если ее никто не заберет, завтра придет мусорник, погрузит мусорную машину и все это выбросится. Очень часто люди пишут еще, оставляют, он с собачки опять, оставляют такую надпись, free, ну то есть бесплатно, или help yourself. Все, пока-пока. Hello.